Плохое зрение Папы Франциска собрало толпу. Туристы и жители Рима неожиданно получили возможность пообщаться с Папой Римским Франциском, когда понтифик покинул Ватикан ради визита в оптику. Он приехал на обычном автомобиле в сопровождении всего нескольких полицейских и телохранителей и около 40 минут примерял разные оправы. В итоге папа отказался от покупки новых очков, сославшись на то, что это очень дорого, и попросил просто вставить стекла в старую оправу. «Мне не нужна новая оправа, мне просто нужно заменить стекла, не хочу тратить много», цитирует слова понтифика русская служба BBC. Владелец маленькой оптики на Виа дель Бабуино Алессандро Спицци и раньше изготавливал очки для папы, но всегда сам доставлял их в Ватикан. Он признался журналистам, что не мог представить визиты понтифика. Папа настоял на том, чтобы оплатить оказанную услугу. Новые стекла обошлись ему в 5 евро.